дальше по броду. Это наш ресторан «Север». Ресторан «Север». Там же и кафетерий «Северянка». Очень много было здесь проведено времени. Сейчас ты посмотришь. Потому что зимой делать здесь нечего в городе, кроме бассейна и стадиона, и тренажерных залов. А вечером мы ходили сюда. Здесь было очень много драк. Алкоголя и танцев. Алкоголя, девок и танцев, обжиманцев. Ну, короче, все, что нам надо было, все было здесь. Переломанных носов, выбитых зубов. Перерезанных и тел. Перерезанных, да. Моего друга здесь подрезали очень сильно. Ладно, но это было раньше, давно и неправда. И подходим мы сейчас к площади... центру сбора Ушанца. Ушанца. Площадь Ушанца называется. Там каждому давался шанс получить по морде. Или что-нибудь поинтереснее. В нашем городе можно было получить по морде в любом месте. Да. Вне зависимости от положения. И физической готовности. Подходим к этому месту. Та-дам! А тут ничего. Да, стоит здесь раньше фонари стояли вот на этих трубах. И по центру работал фонтанчик. Кстати, был, ну, да, фонтанчик уже нет. Ну, все разбомбили, ответственного нету. Ну и, соответственно... На площади всегда тусовались машины. Да, соответственно, гостиница «Магнетит». Здесь ребята кучковались. Крутые парни на машинах. На машинах. Сделано очень удобно. Ты подходишь со своим товарищем. Ставишь пиво. Ставишь пиво. Ну, кроме пива ничего не брали, потому что с деньгами было худо. А зачем? Ну и глушили пиво. Играли на гитаре. Пока не закончатся деньги или пока не станет. А вот магазин лучше. «Шанс», он так и есть. Там у нас, да, церковь еще есть православная. В овощном магазине открыли. Это первая церковь, которая открылась в Железногорске. Звон колоколов с той стороны, стороны церкви. Магазин «Дебют», он как назывался раньше. Здесь, когда я был совсем маленький, был здесь видеосалон. Магнитофон, на квадратном телевизоре включали фильм с Брюс Ли, и нужно было купить коктейль молочный. Угу. У нас идешь либо в гору, либо с горы. Я что еще хочу сделать, это сходить в школу свою. А школа моя находится вон там. Это называется место... парк. Сквер Илимских партизан. А, сквер Илимских партизан. Здесь раньше было очень много тополей, их поспиливали зачем-то. Было очень чисто, красиво, уютно. Вот. И вот там, где бордовые крыши, это моя школа. Школа номер один, где я отучился 8 лет. С 1 по 9 класс. Ну, 4 вот у меня не было. В 4 же дебилы только учились. Нет, ну он так и считался, если ты не освоил программу, ты идешь в 4 класс. У нас был еще 4 Г. А я учился в математическом классе, причем очень успешно в этом. До 3 класса, да. Нет, до 8 я очень хорошо учился. По этим тропинкам очень много нахожено было, натоптано. Вот здесь вот мы пускали... Кораблики. Здесь очень много снега в Железногорске. Когда приходит весна, здесь просто потоп. Поэтому канавы бывают метровые. Глубины. Здесь ты встаешь, вот с самого верха ты кораблик запускаешь, он течет, и ты несешься за ним до самого низа. Это очень весело, это реально очень весело было. Мы с моим другом, со Стасом, с Рыжим, мы так до самого вечера кораблики пропускались, пока мы по пояс не были в воде. Ну, меня потом наругали, что у меня же потеряли все.
А это был там, не знаю, второй класс, наверное. Так вот я шел по этой тропинке со школы домой. В общем, мы прошли практически весь город? Золотой круг города Железногорска. Золотое кольцо, да, оно так и есть. Он, конечно, больше город, у него есть свои отдельные райончики, райончики, там микрорайоны. Ну, центр, как бы сказать, вот мы его прошли за буквально 20 минут с остановками. И это здорово. Как за 20 минут? Мы в 9 часов вышли. Ну, так мы заходили и там стояли, там посидели, в магазин зашли, до музея спустились. О, а вот это классное место, я его еще не видел. А раньше здесь были деревянные, помнишь, эти горки, такие домики? Детский городок. Очень классно сделано, вообще здорово, это мне нравится. Здесь был просто корт обычный, видишь, какой сделали. Опа, и корт хороший. Раньше здесь было деревянные домики, так под... я не знаю, под деревянное зодчество, такие, типа такие замки, оборонительные такие вышки. Это было здорово. Просто туда алкаши ходили в туалет, от этого было плохо. Здесь тоже был деревянный корт. Здесь вот поставили сейчас профессиональный, нормальный, хороший, качественный корт. Это очень здорово, мне это очень нравится. В этом месте, где сейчас стоит, не знаю, что магазин или что, стояла голубятня. Ну, голуби разводили. Точно, я уже забыла про них. Причем вот этот магазин построили, может быть, 5 назад. Я не знаю, что это такое, может, это не магазин. Вот и все. Вот мы опять же пришли. Вот мой дом, второй, серый. Я раньше жил. Вот кружок сделали. Но это еще не все, мы хотим пошариться. Съездить в поселок Северный у нас, где я провел детство, прям самое раннее. Мы в лесу из лужицы пил, из пупица. Да. Мы переезжали в детстве несколько раз, раза три или четыре. Вот центр. Идешь, прям балдеешь. Кузнечики чирикают. Прям ты дома вообще. Прям дома кайф. Машин не слышно. Это очень круто. Никаких лишних звуков. Ну идем к теще покушать борща. Она наварила борща нам. Сейчас наедимся с Анюткой. Это место называется поселок Северный. Вблизи города Железногорска и Лимского. В сторону кладбища. Он находится все равно в этом. Ну, отдельный поселок, да. Но в городе, считается. Ну, вообще адрес-то город Железногорск, улица Транспортная. О, дом не помню. Транспортная 54, по-моему. В этом доме я провел раннее детство. Класса, наверное, до 5-го. Вот эти леса, близлежащие, исхожены мной в детстве. Здесь у нас и змеи, ужики ползают. И гадюку, вот в этом месте где-то мы гадюку нашли. Большая такая, с белыми пятнами. Такая змея убежала от нас. Но мы за ней погнались. Ну хорошо, что не догнали. Все меняется. Народ в этом доме практически не живет. Ну, грустная. Ну, я и не думал, что здесь будет очень весело и радостно. Вот он, одинокий дом. В этом лесном массиве. С сараюшками, с пристройками, которые уже развалились. Никто ими не пользуется. Вот так растет кислица. Красная смородина, которую можно съесть. Вот сюда я летал маленький на велосипеде, разбивался. Ну как разбивался, упал просто нормально, да и все. Вот в этом месте стоял, вот этого не было, сарайки. В этом месте у нас стоял курятник. Вот. Туда я ставил свой велосипед. Здесь стоят теплицы, но за многими уже никто не ухаживает, ничего не садит. Вот это наш гараж. Строил его папа.
Ой, не этот, ошибся. Вот этот. Смотрю, какой-то чистенький, свеженький. Вот это наш гараж. Что там интересно внутри? Мусор какой-то. Здесь мы ставили машину. Стоял мой мотоцикл потом. Вот мое детство. С этой горки мы катались на санках, летали. Да, так-то страшно, там трасса идет сразу. Трасса, мы не долетали до конца. Мы останавливались где-то метра 4 от дороги. Но почему-то не доезжал до туда. Это из-за яблока разгон. Нет, у меня не было тут пластмассовых машин. У меня же были деревянные. Железные? Железные и деревянные. А, здесь стояла опора деревянная. Видишь, уже поменяли. Собака идет, свора. Ну, свора собак идет. Местных сторожил. Все гниет. Дома вот эти уже стояли, снесли. В одном доме жил мой товарищ, друг Ромка. Сейчас он уехал в Белгород. Вот вместо дома вот осталось, что там фундамент, кирпичи какие-то валяются. Жизни нет никакой. Ну, разруха. Так-то здесь жизнь была. Мы в ту Китай играли. Там об стенку стучали. Здесь вообще движуха была здесь. Здорово было. Много детей. Она проходит, дети вырастают. А, вон, говорю, дом 54, транспортный 54. Ну все. Ностальжи, детство. Ну а так, в общем, что сказать. Жизнь идет, мы взрослеем, меняем свое место жительства. Старые места со своими воспоминаниями все равно остаются. Да. Ну тоже такой же мальчик, потом лет через 30 будет приезжать. Приезжать сюда. Говорит, что я тут ведро из-под майонеза таскал. С водой и с маленькими рыбками. Да, сейчас побудем еще немножко с ним, когда поедем. Детство. Это моя школа. Номер один. Номер один. Стадион, где мы бегали. Ты лазил по этим штукам доверху? По этим штукам я не лазил доверху и вообще я здесь не лазил. Здесь раньше... А, ну вот это лестница. Туда поднимаешься, а там канат, наверное, висел, да? По канату спускаешься. И не знаю, ничего не висело, но мой одноклассник Саня, он залез туда наверх и хотел спуститься. Ну, некоторые спускались, и он просто сорвался, сломал ногу. Вот. У нас тут олимпийские кольца. Раньше был забор. Ну, не знаю, кто здесь, ничего никто не бегает. Здесь стояли ворота, те ворота там стоят. Вот здесь по этой тропинке я ходил домой через парк Илимских партизан, да. Шел вот так вот здесь. Курица. Курица. Я говорил же курица. Шел я вот так. Видишь, какая школа красивая стала. Все здорово. Отлично. Она была такая ушатанная, вот такая убитая, вон какая красота. Подходишь вот сюда, здесь была лестница деревянная, спуск вниз. Угу. Сейчас ее нету. Вот. Как-то по-другому сейчас ходит. Все закрыто, все калитки. Хотел я зайти вовнутрь школы, это было бы вообще огонь для меня. Нас сюда не впустят. Ну, машина какая-то стоит, может быть, это охранник, может быть, это подрядчики какие-то вот там работают. Видно, что окна недавно поставили, еще наклейки не оторваны. Попробуем сейчас обойти, может, там где-нибудь есть вход. Ну, навряд ли, если здесь замки висят. Посмотрим. Находимся мы в торговом комплексе города Железногорска, в торговом центре. Вот так вот все у нас. Вещички на первом этаже, продукты и золото. Такой у нас хороший магазин.
Железногорске. Не, купить можно все, в принципе. Не сравнить, клубничку запах. Спасибо. Купили землянику. 150 рублей. Вот эта земляника, не надо путать ее с той, которая у нас продается в Иркутске. А чем она отличается? Как бы клубника и земляника. Та как бы клубника, но мелкая, а это земляника. Это не садовая земляника. Это лесная полевая земляника, это на полях, которая... Как у нас тоже, мы ездим, собираем. Да нет, это совсем другая земляника, я тебе говорю. Почему? В смысле, то, что растет, то, что мы в Иркутске собирали, да. Это абсолютно другая земляника, Аня. Попробуй. У меня... Ух ты, намокли. Запах детства. Пахнет вообще обалденно. Она в Иркутске растет, но она очень-очень, я ее редко встречаю. Она здесь-то редко попадается. Ну ладно, ладно, уговорил. Ешь. Вкусно. Вкусно. Город оживает. Народ просыпается. Время 25 минут 11. Начинает двигаться. На... Движуха пошла. Мы сейчас хотим прогуляться по броду с Анюткой. Ну, с бродом, конечно, связано очень много. Это много километров нахожено. Это реально жизнь студентов. Ну, не студентов, а уже такого поколения. Молодых людей, которые встречались здесь, женились. Здесь было все. Самая движуха. Но выходили все сюда гулять не раньше 10 вечера. Как говорится, после до 10 здесь делать нечего было. Даже поближе к 10:30, да? 11, да. Мы сейчас с Анюткой в это время-то уже спать ложимся. Да? Ну что, возраст дает о себе знать. Угу. Особенно когда на работу встаешь 5:30. 5:30 на работу. Мы в 5:30 еще тусили, как эти. Мы еще даже спать не ложились. Но. Раньше. Домой только возвращались. Я вообще вставал, когда папа у меня с работы приходил в 6:00. Я только в это время просыпался вечером. Но. Вот это ГПТУ у нас. Фазанка. Фазанка. Ну, сейчас она техникум, по-моему. Вообще ГПТУ, сами парни, которые мои друзья учились здесь, они его расшифровывали, эту аббревиатуру так. Господь послал тупых учиться. Сюда брали даже со справками. Вот эта ГПТУ, она обучала специальностям девчонок, парней. Специально для работы в ГОКе. Это бульдозеристы, экскаваторщики. Повара. Повара. Сварщики, ну вот такие рабочие специальности. Краеведческий музей. Сейчас мы подойдем туда и посмотрим расписание, когда нас могут принять, показать нам этот музей. Так, часы работы с 9 до 5, без обеда, выходные, воскресенье, понедельник. А, ну соответственно, сегодня выходной. Идем дальше. Клубника была, конечно, божественная. Это земляника, не надо путать. Это именно та земляника, которая называется земляника. Хорошо, что ты настоял ее купить. Это полевая земляника, которая растет у нас. Причем она встречается редко, очень редко, но встречается такими хорошими полянками. Это не та клубника или земляника, которая растет в районе Хомутова там с целыми плантациями. Это совсем другое. Ну, люди, знающие, поймут.